Добрый вечер всем. Я зовут Сергей, как он сказал. Сегодня будем проводить некоторые технику. Много не смогу, конечно, показать. Пару приемчиков покажу, оттуда посмотрим дальше. Давайте лишний раз задерживаться не будем, потихонечку начнем. Всем привет, на правом зале. В общем, как обычно, стоит зайти к Али Магомедову на тренировку, даже в выходной, и обязательно нарываешься на какой-нибудь сюрприз. Сегодня в зале уже присутствуют Арби Мурадов, Заварбек Хасиев. Я думаю, будет что-то интересное. Арби, какими судьбами? Что сегодня будет? Приехал в гости к Алишу. Ребята, наверное, не знают, сегодня у него аттестация будет. Некоторые пояса попозже увидим, что как пойдет. Ты специально по этому поводу? Да. Крутяк. Да. Что будешь сегодня показывать? Я пару приемов покажу, так как у нас времени нету. Постараюсь из халфгарда пройти охрану, там такие моменты. Потом снизу что-нибудь еще покажу, посмотрим. Сегодня размывка какая-то короткая у вас. Да, видимо, техника длинная будет. Не, арбис я не запоминаю, мне лучше разминка. Собираемся сюда. Пару приемчиков из халфгарда покажу. Сейчас не будем приемов, а то нам время, знаете, мало. В момент, когда ты проводишь охрану, в каком ситуации он когда держит твою ногу, в этом моменте, и он ставит ногу. Первым делом, что я делаю, беру его колено своим локтем, первым делом убираю его ногу, потому что эта нога всегда мне мешает. Что я делаю? И защищаю эту ногу, чтобы он всегда не атаковал его, чтобы я всегда был готов, чтобы здесь блокировать. Я беру, убираю его ногу и сажусь на эту ногу чуть. Нет, бывает, если у меня время, бывает, я хватаю кимоно или руку на пол, ставит это одно и то же. Что я делаю? Я чуть нагинаюсь сюда, с этой коленой ставлю его сюда, вот сюда, и блокирую эту ногу, вот сюда. Видишь? Когда я блокирую, но это надо делать быстро, нельзя, чтобы нога заходила. Тогда нету смысла его делать, потом мне придется обратно его вытаскивать. Ставьте, прям блокируйте его колено. Так как маленький, вот, раз, снимаешь, берешь здесь. Отсюда. Видишь, когда я сажусь, я блокирую его руку с его коленой и сажусь и с этой ногой делаю посадку. О. И не спешу убирать эту ногу, потому что он сам его уберет. Когда я вот, видишь, да. Раз, снимаем, отсюда раз, потяну. Видишь? Отсюда уже хватаешь. Я не могу схватить ногу в глаза, обратите внимание. Если у меня будет здесь, он спокойно схватит. Поэтому я держу прямо те колено. Эту ногу держу сюда. Блокирую ее корпус. Ты поднимай там, держу ее туда. Теперь помедленнее делайте, а то уже каждым разом надо скорость набирать. Стоишь, локтем убираешь. Хватаешь здесь, отсюда уже. Блокирую. Я сразу давлю своим корпусом его корпус. Блокирую. Видишь, что он сразу пошел. Здесь, отсюда уже. Ставлю колено. Я пожал. Еще раз. Я снял. Отсюда. Видишь, я прям падаю на него и по. Делаю посадку с этой ногой. Понятно? Давайте, ребят, разбились по парам, и все, мы походим, постараемся подсказать.
стараюсь всегда. Беру одну позицию, стараюсь полностью, что я умею, оттуда все показывать. Просто мы сегодня не успеем, я постараюсь все по кускам показывать, так что не обессудитесь. Но когда в следующий раз привезем Орлеву, уделим нам больше времени. Просто бывает проход охраны стоя, сидя, когда бывает устоя. Например, у Олечки, видишь, какие длинные ноги, никогда с ним нельзя в расстоянии драться. Я, например, если у кого длинные ноги, отсюда с ним стараюсь с ним бороться, да, потому что они просто вяжут. Стараюсь всегда коротко и блокировать его отсюда. Тогда уже его ноги, ему надо потянуть, блокировать, уже труднее бывает. Вот, например, бывает халфгард, он взял с халфгарда вот этот блокирует. Нишил, да. И, скорее всего, он никогда не даст, чтобы это колено он полностью дал мне засунуть. Но он всегда будет контролировать свое колено. Я что делаю? Первым делом я стараюсь взять отсюда. Когда берут отсюда, они не так боятся, когда там руку возьмешь или там отсюда. Да, они... самое страшное. Да. А когда просто кимоно берешь, они не боятся, потому что руки свободные у них. Я беру руки, потянул его здесь. Первым делом, когда он блокирует твое плечо, я с плечом давлю его вниз головой. Никогда не беру отсюда, потому что у меня заблокируется свеч, возьмет руку. Поэтому ниже таза, видишь, теперь ему не трудно бывает, ему надо отсюда вытащить. Отсюда этой ногой я ставлю и разворачиваю, блокирую его верхнее колено и разворачиваюсь, где я стою, чтобы это колено вышло. Видишь, когда это колено выходит, а рука у меня здесь. Что я блокирую? Я блокирую его таз. Видишь, полностью я обнимаю его таз. Да. Теперь, конечно, я не задерживаюсь, когда я делаю. Оттуда я разворачиваюсь, вижу, что я чувствую, что у меня колено вышло. Всегда блокирую таз. Отсюда просто захожу сюда. На маунт. Вот. Просто беру кимоно. Очень много прессинга здесь. Да, вот блокирую здесь, видишь, я всегда тяну его, здесь я могу тянуть за пояс, если пояса нет, кимоно можно взять. Но главное не здесь брать, там снизу, чтобы плечо уходило вниз, тогда он не сможет потянуть вашу руку. То есть траектория руки должна быть такой, чтобы я фактически не мог ее обхватить, не здесь, где я могу ее обхватывать и блокировать это движение. Джиу-джитсу самое опасное — это ноги и таз. Блокируешь таз, соперник уже не знает, что делать. Поэтому надо блокировать таз, чтобы он не мог двигаться. Сейчас я беру кимоно и ухожу вниз. Эта нога, видишь, я подмышку давлю. Отсюда раз. Разворачиваю здесь. Сейчас, может, скажете, может, он перевернет вас. Не перевернет. Потому что я его колени полностью заблокировал. Видишь? Ему сейчас, если он сейчас просто оттянет ноги, я все равно пройду. Так что там смысла нету. Главное, чтобы у вас колено вышло и снизу держали. Например, если он на вас пойдет, пойди, за спину зайдет. Так что никакого риска там нету. Блокируем снизу. Смотрите, чтобы у вас рука тоже не так торчала. Потому что я, например, самое любимое мой болевое — это отсюда делать. Да. Локоть всегда на полу. Тогда он уже не может так потянуть вашу руку. И ни химуры, ничего здесь да. Нет. Просто вся сила уходит к локтю, уже ему трудно бывает тянуть. Раз заблокировал, поставил ногу, развернулся. Отсюда сперва оттягиваю голову. Ухожу на маму. Понятно или может еще раз? Можно мне тоже со стороны посмотреть? Конечно. Или некоторые сами сюда ложат ногу. Задавил, смотри, рука, локоть полностью на полу. Здесь у меня нет сил, а здесь я всегда держу его. Более сокольный локоть, да. Полностью на полу. У меня вот держу. Это колено полностью блокирует эту часть. Не нужно там полностью переставлять ногу. Просто эту часть, выступаешь, да? Да, чтобы просто эта часть заблокировала. Смотри, когда я блокирую, я давлю его сюда, чтобы вместе блокировали. Раз, заблокировал, локоть внизу.
и отсюда просто разворачиваю свой таз. Оп. Вытаскиваю ногу. Здесь я здесь раз, вытащу. И отсюда. Не нужно, чтобы его полностью вытащить. Когда уже на маунт заходите, он уже ничего не может там делать. Это колено просто на татами или? Это колено. Да, она просто проходит охрану. Маунт. Когда я уже сюда захожу, когда она уже здесь бывает. Вот она прям, прям за живот прям. Каждый раз. Да. Раз. Видишь, я блокирую здесь. Все. А это полностью к животу я прилепила эту колено. Вот я держу его здесь. Иногда я жду, может он даст спину еще лучше. Если не отдает, даст отсюда. Не нужно полностью, чтобы ты вытащил ноги. Ты просто проходишь, он не сможет его удержать. Я держу, раз, тянусь. Захожу, мама. Все? Давайте, ребят, покажу, может, последнюю для вашего усмотрения может показать то, что может я. Ой, слишком много на их усмотрение. Мы тогда до завтра не закончим. Продолжение продолжение, вот развитие из этой же темы. Давай. Просто этот прием, который я сейчас показываю, в данный момент я его использую. Что я люблю? Я каждые 2-3 месяца меняю свою борьбу, чтобы не привыкнуть к одной борьбе и чтобы не узнали мою. Короче, у меня разум, чтобы всегда в секрете держать. Ну, это, типа, эволюционируешь постоянно. Да, каждый раз я в этот прием я в данный момент всегда прохожу, и у меня очень хорошо получается. Что я делаю, когда алфгард? Я блокирую, вот он, алфгард заходит, я эту часть я блокирую со своей ногой всегда. Автоматом у него в голове, он думает освободите. Об этом, освободите эту ногу. Хотя он свободный, но ему не нравится, что я беру его ногу. Да. Он хочет что-то освободить, чтобы что-нибудь свою игру начать. Всегда надо, чтобы вы всегда атаковали, вы свою игру завязывали. А когда даете сопернику его игру, он уже начинает по-другому. Поэтому я всегда навязываю свою борьбу. Я просто держу. Хотя я много что могу здесь делать. Каждый имеет здесь много что. Просто держите эту ногу. И он, видишь, он начинает уже ко мне идти. Я раз, хватаю и закрываю свой локоть. И каждым разом я разворачиваюсь и блокирую здесь. Видишь, чтобы он не подошел. Каждый, он сейчас думает, что я пройду отсюда. Каждый ожидает это. Почему я не люблю отсюда проходить, если он потянет колено или сильный? Видишь, я полностью все теряю. Это не знаю, я делаю просто чуть по-другому. Я блокирую и каждым разом, видишь, я держу его ногу, просто сажусь на его ногу. Да. И каждым разом я блокирую, видишь, потом здесь блокирую. В момент он начинает дергаться, вытаскивает ногу, я чуть поднимаюсь, я чуть поднимаюсь и я захожу сюда. Погольный, да? Да, погольный блокирую. В этот момент, что он может? Он может вытащить, видишь, он ко мне тянется. Этот локоть я ложу на пол. Почему ложу на пол? Чтобы я отпускаю захват, беру за спину. И беру штаны. Любой спортсмен, он
когда ты блокируешь, здесь тянется к тебе. Я хочу, чтобы он потянулся ко мне. Когда он тянется, когда я ложу этот локоть на пол, я полностью блокирую его ноги. Видишь, я блокирую. Раз, я ушел сюда, локоть на пол. Он не потянет меня ни сюда, ни туда. Видишь, я захватываю кимоно, даже не захватил. Просто можно взять, отпускает туда. Что бы ты сделал сейчас? Ничего себе. Когда я даже не прохожу эту охрану, я уже распускаю свою руку, таз и плечо, и тяну его на себя. Как только ты правую руку поставил, да, ты уже хочешь отсекать ноги, да? Да. Вот, да. Я ухожу сюда, локоть на пол, видишь? Первым делом, что ты, что бы сделал? Ты не могу толкаться даже. Прессинг – это самое, что мне нравится. На самом деле уже третий раз пытаюсь какой-то прессинг. До 30 лет я на скорость боролся. А сейчас уже 32 уже. Каждым разом скорость повышается, поэтому надо уже на прессинге работать. Вот я держу. И не давайте ему полностью ложить колено на пол, не слишком вверх. Вы просто контролируете колено. И очень важно эту руку выправлять. Если я выправлю просто сюда, уже видишь? Хорошая локоть. Поэтому всегда вот так держите его. Спина ровная, лицо всегда должна быть выглядеть нагло. Соперник не должен видеть, что вы. Иногда бывает, я умираю, но я не показываю. Лицо всегда нагло, смотрю на него, как будто я не устал, я его выиграю. Это сильно деморализует, кстати. Да. Отсюда, видишь, я ухожу вниз. Берешь руку, бедра. Взял? Давай. Он контр. Самое важное – это локоть. А второй рукой ты, получается, когда отпускаешь его, да? Сразу отсекает за спину. Раз. Я здесь наступил, видишь? Я уже захват. Болезненно, очень хочется пойти освободиться. Захват отпускаю. Я ухожу сюда. Здесь уже я прошел эту охрану. Видишь, как мой таз двигается? Рука куда идет? Я локтем отталкиваю ногу. Беру штаны. А? Тут особо не разгуляешься, честно говоря. Да. Вопросы еще есть? Давайте встали, ребят, попробуем.
Ребят, ну, во-первых, спасибо Арби большое за семинар. Вам благодарю. Скажем так, никогда не показывались, поэтому я вообще очень рад, что так получилось его привести. Помимо этого, хотелось бы объявить то, что теперь наш клуб будет аффилироваться с клубом «Беркут», с Арби Мурадовым, и мы, в принципе, будем выступать от него впредь. Поэтому, в общем...